Ну что же, ребята, мы возвращаемся в прямой эфир. Продолжается гранд-финал американской квалификации на The Summit 2. И у нас вторая карта после первой фееричной карты в исполнении Not Today. У ребят из комплекса сейчас стоит вопрос, что делать и как здесь драться с этими просто невероятными парнями из Перу. Опять-таки, тут вариантов может быть много, но вот мне, конечно же, в первую очередь интересно, дадут ли они опять им взять вот какой-то свой невероятный пик. Потому что очень часто у нас действительно парни из Перу удивляют своих соперников именно шикарным пиком, именно неожиданным пиком, именно неожиданными стратегиями, и это срабатывает, и это очень часто срабатывает. Ну вот она, Медуза. Вот то, о чем мы говорили, опять-таки. Да, Медуза в последнее время не самый там нестандартный пик, но, опять-таки, герой очень крутой. И посмотрим, как его будут использовать Not Today. Reserve time. Ну что, чем ответить на Дузу? Смотрите, задумались, чем отвечать. Ну что, Джакиру ФССВ Тугрмак, вы знаете, очень похоже на пик, например, команды ЕГЭ от комплекте, так пикают по-интересному, скажем так. Radiant team pick. Ну что, Elder Titan, а Not Today сразу же вот такая вот незадача для комплексити. Опять-таки нужно думать, что делать с героями соперника, то есть что делать под... Что делать вот с этой Медузой, какого брать кэрри? 10 секунд remaining. Five seconds remaining. Reserve time.
Ну что, четвертый пик комплексити. Давайте, надо чем-то удивлять. Не один же перуанцы умеют удивлять, правильно? Ну, решили сыграть через ДП. Опять-таки... Опять-таки интересно. Ну что, два бана осталось. Очень интересный, кстати, был бан Сайленсера в исполнении Complexity. Ну, то есть, понятное дело, что Войду Гермак... ну, Войд вообще герой под Сайленсера не самый идеальный, да. И Гермак тоже там под Сайленсером, сами понимаете, что особо много чудесов не натворит вместе с Джакирой из ДП. Так что, наверное, все-таки бан был правильным. 10. Ну и последний бан на Today. Опять-таки, напоминаем, что формат Best of 5, пока у нас только одна карта закончилась, еще, возможно, даже 4 карты мы еще посмотрим, ну, все может быть. А сейчас 3.36 в Киеве, 4 карты, я думаю, в 8 утра это где-то закончится, ну и завтра начнется очень долгий такой всем полумарафон, второй день игровой на Star серии. На Star серии завтра будут играть нас все 4 дивизиона. 3 матча в Китае, 2 матча в Азии, 2 матча в Европе, 2 матча в Америке. Так что не пропускайте. Покупайте билет, опять-таки поддерживайте любимые команды. Ну и инвокер от Not Today. Опять-таки, Not Today играет очень интересно. Элдер Титан в сложной, Инвокер в миде, Медуза или это трипла в сложной? Нет, вряд ли, конечно же, это Элдер Титан пойдет опять в сложную, а Медуза будет фармить, ну, комплексити. Ну, пока я не вижу, чем они в теоретическом, да, далеком лейте будут убивать Медузу. Пока не совсем не... Ага! Ох, что-то я прям, как увидел пух, ну аж чихнул так, что аж чуть глаза не повылезали. Ну что? Пугна? В исполнении команды. Complexity. Ну и вторая карта гранд-финала американской квалификации на саммит начинается сейчас. Айво играет у нас на Медузе. Масоку играет у нас на... Скоросмаги, MST Сао играет нас на Винге, на Инвокере будет играть Смэш, и в сложную уже побежал Михоук на своем Элдер Титане. И здесь очень долго разбегается, кстати, Колы, Мун Миндер будет играть нас на Пугне, Свиндли Меланс на ДП, Зет Фрик у нас будет играть на Джакиро, здесь Блари 9, это будет суппорт Огрмак, ну и Лимп в сложную. Пошел у нас на Faceless YD. Вот так, вот такая вот будет расстановочка. Здесь, в принципе, все как мы и ожидали. Ну, здесь Void в сложной тоже при наличии Пугны более-менее понятно. Ну и Банша в миде против Инвокера. Это будет интересно. Банша против Инвокера, это будет действительно интересно.
Ну и поехали. Ну и поехали. Начинается игра. Михоук. И пошли уже. Пошли, иллюзии. Разбивается руна просто, чтобы никому не досталось. Еще и стан залетел. Мунминдера так прохарасили. Вот сразу такое рубилово вначале пошло. Ого-го. Потратили маны и одни, и другие. И похарасили друг друга. Заставляют сразу же кушать какие-то там тангусики. Ну вот. По-серьезному. Обе команды в самом начале зарубились. Ну... Смотрим, кто же все-таки здесь у нас окажется сильнее. Смогут ли Not Today прямо сейчас сделать счет 2-0 и поставить, собственно, на кон уже попадание в финал. Попадание, собственно, в лан-финал, конечно же, я имею в виду. Банша в миде против инвокера. 3-3 банша, 1-0 инвокер. Инвокер, конечно, поначалу будет ему очень тяжело. Дальше он, ну, понятное дело, разыграется. Опять-таки, мы видели сегодня инвокера в исполнении Complexity. Ну, получился неплохим. Опять-таки, выиграли они у Левиафанов. Оставили тех с бортом гранд-финала квалификации. Ну, теперь против инвокера самим придется играть. Опять-таки, квас. У нас у инвокера первым будет квасовексовский инвокер, скорее всего. Я сомневаюсь, что здесь опять-таки будет иметь смысл экзортный инвокер. Вместе с медузой квасовексовский инвокер заезжает просто на ура. Ну и что нужно делать перуанцам? Перуанцам нужно дать возможность пофармить медузе. Это действительно важно. Если медуза получит достаточное количество фарма, то я думаю, что дела у... Not Today в лейте этом, да, минуты после там 30-40 пойдут уже очень-очень хорошо. Главное дать ей это время, главное дать ей возможность нафармить там линку, еще что-то, и тогда можно будет уже драться как-то посерьезнее. Под Elder Титаном, опять-таки под Natural Order, медуза вместе с инвокером нарезать будет, конечно, очень серьезно. Но проблема в том, что этим героям еще придется как-то дефить товара. Суть в том, что и Пугна, и Джакиро, и Банша — это, собственно, понятное, да, это понятное, собственно, трипла. Это три героя, которые в первую очередь будут пытаться забрать максимальное количество товаров. Сколько они товаров смогут забрать, ну, я пока сказать не могу. Я думаю, что много. Я думаю, что они вполне способны минуты до там 21-23 забрать все 6 внутренних товаров и не отдать ни одного. Если это будет так, то у них действительно будет очень неплохое преимущество внутриигровое. И у них будет запас по деньгам для того, чтобы попытаться зайти на хайграунд еще до появления, да, хардкорных, скажем так, и дорогих артефактов там на медузе и на инвокере. Ну да, инвокер там свои какие-то стартовые артефакты точно соберет. Не знаю, там какие-то ветра, форстав, что он там еще будет собирать. Это у него точно появится, то есть помешать... Эти артефакты ему собрать никто не сможет. Ну, я имею в виду, вот когда у инвокера начнут появляться хиксы, а у медузы линка, манта, прочая ересь, ну тогда уже будет. Тогда уже будет очень неприятно парням из Complexity. Но опять-таки, не так легко это сделать. На топе мы видим, Void тут абсолютно не тушуется, он просто идет и бьет лицо саппортом. Масоку за это, конечно, сразу же мстит. Жестокая мстя и голуби в лицо, скажем так, от Скайросмага. Смэш на инвокере имеет 12-8. Видим фейзы на подходе. Вот уже должны в курице лететь. Да, вот именно летит тапок. Это действительно фейзы. Ну и сразу же начинает контролить руны. Ну тут в первую очередь, да, чтобы не отдавать руны ДП, она у нее все-таки банка. Инвокер, понятное дело, без банки. Было бы очень удивительно, если бы он был бы с банкой. Ну а так фейзы, 4 тангусика, которые даже были не юзаны ни разу. И вот, кстати, танка, вы смотрите, 2 отправляет на топ. Вот это вот тимплей. То есть мне танка не нужны, а вот тебе, брат, могут пригодиться, да, чтобы ты не таскал курицу с базы. Отправляет свои медузи 2 тангусика на топ. Инвокер с помощью курицы. Вот тут неплохо, собственно. Ну, видим, один отдает Скайросмагу, второй медузе. То есть вот тут Not Today уже видно, как отыгрывает в плане тимплея. То есть не стоят на месте, они действительно общаются друг с другом, дают инфу и очень полезную и важную инфу. Нихоук тем временем под Т2 Тауэр его загнали. Ну и вот она первая вышка. На 5-й минуте, как в принципе и должно быть, Огрмаг, мы видим, не дает Нихоуку
подойти, и, собственно, тут не получится у него отдефить как-то тавр. Бласт отпугнан, и вот она первая вышка в активе комплексики. А здесь атака. А здесь атака очень серьезно. Залетает ЕМП. Пугну поймали, поставили вард. Пугна погибает моментально. Просто это First Blood. Дальше атака у нас на Джакиро. Успехом не увенчается. Но в любом случае ФБ на Пугне в размен на Т1 Tower. Ну, могло быть и хуже, скажем честно. А в итоге все более-менее. И 1-0 Not Today повели в счете. Шестая минута матча у нас идет. Faceless Void третий левел имеет. Ну, кстати, там тоже третий Олдер Титан, несмотря на то, что его загнали там по Т2 Тавр. Он вот получил экспу за ФБ. Стан в смеша, банша, задувает, и бласт не точный. И вот так вот еще и Мунмайндер может умереть. И он умрет. Ну, это просто забей. Это просто провал. Комплексити сейчас так серьезно ошибается. Вау. Винка тут не достанет, наверное, станом, да, потому что тут крипы еще подстопили. Но как глупо два раза отдали Баншу. Ой, два раза отдали Пугну. Это, конечно, очень печально. Ну, у Пугны, да, есть четвертый левел, есть ПТ, есть базилка. Но вот эти две смерти... В том-то дело, что четвертый левел — это герой, который... твой единственный фармящий герой на легкой линии. Он должен выносить максимально быстрый левел. А он в итоге тут может не вынести вообще ничего. Тремя как медуза, мы видим, есть уже когти на фейзы, есть уже кольцо регена. То есть тут медуза пока... У медузы все по плану. Топ-1 крипстат на карте. Главное, чтобы ее не трогали. Ну вот пришел Угрмак, и сейчас к медузе пойдет сразу же хелпа на топ. Ну что, Smash Media 7 левел почти имеет. Мы видим в 2 квоз, в 3 векс. Ну, стандарт с макшенным вексом будет. Мы сегодня уже такого инвокера видели. Давно я не видел, если честно. Блин, надо попить водички. Извините, ребят. Что-то какой-то кашель лютый нападает. Вчера под утро нападал, сегодня тоже. Так вот... Давно я не видел именно толкового, экзортного инвокера. Преимущественно у нас только квасовексовские товарищи. Тут, кстати, отличная атака в спину. Просто отличная. Главное, Дузи сейчас подпушит линию. И можно будет очень круто выбежать. И убить и Вайда, и Угрмак. Правда, Угрмак сам идет в руки. Вот он Угрмак. Вот он ЕМП. И привет, Угрмак. Ничего он не может сделать. Получает колд снэп. Да ладно, торнадо добьет ли? Да, добивает торнадо инвокера. И Дуза, мы видим, подпушила еще, отогнал отсюда Вайда. Not Today 3-0. И Дуза уже начинает харасить тавр. У Дузы включена базилка, помогает крипам. Вы смотрите, здесь и смэш. И они тут, кстати, решили забрать этот тавр. Да, новая пачка крипов, винга немножко потанковала, и тавр придется отдавать. И в итоге, то, что я говорил, что по таврам должно быть 6-0, уже превращается в 1-1. И Медуза по-прежнему топ-1 по крипстату. Пренеприятнейший старт для комплексити. Мы видим, Банша никого еще не убила. Банша участвовала в сносе одной вышки. Больше... Свиндлемеланс ничего не делал, но вот второй тавр будет забирать. Но тут уже смэш. Уже глиф, смэш, ЕМП. Не точно, торнадо тоже, но... Тут поспешил немножко смэш. Которого, еще раз напомню, сегодня день рождения. Но Банша тавр, так видите, издалека пушит. Тут Михоук отгоняет станчик. Ой-ой-ой-ой-ой. Кстати, могут быть проблемы. Вы смотрите. Ой, как хорошо Медуза забегает. Ну, это просто фантастика. Медуза со стоунгейзом забежала. И привет, Банша. Посмотрела, замерзла, умерла. И Медуза спокойно на фейзах возвращается на топ. А тут уже персеверанс у Дузы. Ну что, упугный. Шестой левел. 0-2-0. 51-11 крипстат. Смэш на инвокере приобрел уже себе один Обливиан Став. Будет делать он быстрый быстрый оршит. С оршитом чувствовать себя будет повеселее, скажем так. Ну и смэш в миде. Получил тут свормом, тавр отдает, на этот раз Джакиро подбежал, ну и Банжа и без ульта.
помогла товар забрать. Ну, конечно, это не то. Конечно, это потерянное время. Конечно, это был потерян ультимейт у, собственно, у ДП. И точно так же Faceless Void. Мы идем 12 на 1. Имеет крипстат 3-0 на табло. Void пока у нас в драках не участвовал. Он только убегал. Ну, Медуза вот сейчас в опасности. Потому что 4 героя потянулись на топ. И это будет попытка забрать товар. Пуг на левел 6. У Пугны есть став Квиза Драй. Это будет Некра. Хотя, может быть, форстав потом Некра, но, скорее всего, сразу Некра. И чтобы долго не выдумывать и долго не печалиться. Ну и Смэш уже тоже на топе. Смэш еще и в смоке вместе с Вингой здесь. Опять-таки пытается напасть. Тут же, кстати, в смоке Скайросмак. Его сейчас поймают. Скайросмак очень опасно забегает. Видит... А, он в инвизии, извините. И вот палит он всю движуху. Он показывает здесь двоих. Понимает, что Войд там, скорее всего, один. И вот дальше показывает, вот у Гармага еще и по вардам пробежался. То есть, ну, тут пока позиция, он оттуда и просто феноменальная. Они видят все, они знают все. От Масоку еще и оказывается здесь. Масоку спалился, да, спалился. Спалился, надо прятаться. Помайковали на него. Масоку, ну, подстрянешь же, надо давать сайленс. Ну, и под купол он подставляется. Игнайт. И это будет минус Масоку. Хотя Стоунгейз, Масоку, дал ультимейт перед смертью. Лимп, неужели уйдет? Тут Джакира, Лимп погибает уже. Он делал таймвок, ну и в итоге размен Вайда на Скайросмага. Ну, казалось бы, затупил Масоку, спалился и, собственно, не успел дать сил. Но в итоге, мы видим, разменялся очень хорошо. А вот это уже очень неприятно для американцев, потому что Элдер Титан со сложной выносит себе Мидас. 12-я минута Мидас у Элдер Титана со сложной линии. 8-й левел. В 3 уже Natural Order. В 2 стан, в 4 астрал. Ну, блин. Это в стиле уже начинается дискотеки в стиле Нутейла. Вынесу Кая линку, и будет у нас 2 линки у команды, да? Что Медуза одну точно соберет, а я соберу другую. 5-1. Not today. Ведут так. Тут... Вы смотрите, как ему больно. Просто посмотрите, как ему больно. И он умрет. Да. Z-Freak погибает, правда, Масоку разменивается. И, кстати, Айва может тоже умереть. Айва включает моношилд. У него очень еще много маны. Но мы видим, неприятно. Неприятно, действительно, Айва. До конца за ним Банша. Тут же EMP на ход Банше. И будет ли Cold Snap от Смэша? Ну, нет, Cold Snap не будет. Зато забегает Винга, который сейчас умрет. Ну, Винга тут, да, отдается на ровном месте. Смэш, торнадо, по двоим. Забежала Медуза, Стоунгейз высасывает у нее хп. Есть отличный слип своевременный ему. Миндер умирает. Ну, хорошо, что хоть убежал отсюда у нас товарищ на ДП. Потому что если бы еще там он погиб, это было бы уже слишком печально. Светли Меланс имеет пока 0-1, 1 ассист. Ну, с крипстатом пока все в порядке. Опять-таки, большой и пугный. Не надо, да, много скилла, чтобы убивать. А снизу два саппорта будут клепать фраг сейчас. Смотрите, МСТ и Масоку будут нападать на Лимпа. Лимп. Ну что, успеют ли они его через Сайленс убить? Сайленс, стан, Мистик Флэр, привет, Войд. Спокойно, спокойно, два саппорта делают фраг, все как надо, все по таймингу, все очень четко, все залетает так, как должно залететь, и еще становится 8-3. Not Today по-прежнему в этой игре лидирует. Ну, тут тыкнули вард. Сентри в этот же момент упал, так что вижен на Рошане будет. Будет также вижен и в других частях карты, тут очередная попытка сделать еще один спаун, но сейчас... успехом она не увенчается. Уже не так легко это делать. Сюда вот надо выпуливать их. Что они в узком проходе вот этом очень сильно друг об друга, скажем так, стопятся. И дальше не хотят проходить. Пулиться не хотят, бессовестные. Ну что, 15 минут игры. Масоку, Сайленс, хорошая ЕМП. Банша будет без маны. Ну вот, остается у нее там на экзорцизм. Сразу же вынуждена юзать стики и отпиваться банкой, потому что маны действительно нету. А у Медузы есть ультимейт орб. И это 15-я минута. Все абсолютно по плану Айву идет. Ну и очень даже не по плану у команды
комплексити. По деньгам они проигрывают более 2000, по XP проигрывают более 3000, имея пушащий пик. Как можно иметь пушащий пик, иметь такую стату, я не знаю. Radiant's middle tower is under attack. Ну что же, Пугна, левел 9, мы идем 2-3-0, у нее есть первый некрам, можно более активно пушить. Там, кстати, инвокер поймал у нас Угрмага и убили его в мидлейне, но вот на топе будет ли деф? Сейчас пойдет экзорцизм, скорее всего. Нет, банша мы видим здесь, все-таки экзорцизма не будет, думал, не вместе с баншой, но пока с некрами и с Пугной пытается пушить. Ну что, медуза, в соло, есть, заслипили только одного Джакиро, ну вот его... Соу будить не хотят, слишком далеко еще был смеш. Вот смеш уже здесь. Так, сайленс, проблемы, проблемы. Войд, да ладно. И минус войд. Вот так вот, просто дойти колоршит. Киллинг спин на ровном месте, пытается уйти отсюда Джакиру. Ну, тут бласты, торнадо навстречу Джакиру. Прям перед лицом пролетает. Ну, Нихоу просто идет и смотрит в лицо. Тут же Стоунгейс. Стоунгейс помогает убить одного. Свапчик Угрмага. Станчик в пуп, ну это просто фантастика. Правда, банша сейчас довольно неплохо дэмэджа внесет, но намного ли этого дэмэджа хватит? Винга без маны, да, банша должна убивать двоих. Ну вот банша убивает двоих, но это 2 в 4. То есть 2 в 4, и Дуза заработала просто секстиллиард экспы здесь. И 12 левел уже у Медузы. А снизу, ой-ой-ой, на Масоку, Войд. Ну тут же Z-фрик, да, ну тут, наверное, вдвоем все-таки Скайла с мага убьют. Но Масоку еще и раскастовался перед смертью. Убить никого не смог. Ну вот если бы вот не вот эти вот поодиночные фиды, у Not Today было бы все вообще отлично. Чуть-чуть они заигрались, да, когда до конца полетели за... Когда до конца полетели добивать всех, да, банша вовремя прибежала. И в итоге вместо 4 в 0 драка закончилась 4 в 2, но это не суть важно. Суть важно, что основных героев поубивали. Ну, правда, дали даблкил банше. Ну и банша, мы видим ветра, 13 левел, фейзы. Левел даже выше, чем у Дузы. Но по деньгам и по нетворсу мы видим, Медуза впереди. Свиндлер Меланс. Единственный, кто пока у комплекте более-менее смотрится неплохо на фоне игроков Not Today. Ну и вот он, Войд. У которого до сих пор нет Madness. 18 минута, это будет... Даже если будет, да, он будет, но это будет очень-очень поздний Madness. Ну а Smash тут догоняет Пугну. Сейчас Silence, Concussive Shot. Спрятался, Void прыгает. Ну, Пугну добивает и так. А теперь можно через... Нет, Войда цеплять не стали. Смотри, здесь рядом винта, тут подняли Баншу. Баншу не хотят убить. Ну, банша очень-очень просто быстро. И сайленс на смеша, надо бежать. Там поймали у нас Масоку, Масоку убьют. Размен один в один. И тут, конечно, не очень хорошая ситуация, потому что не все здесь ребята из Not Today. Медуза у нас пушит мидлейн. Блин, по-прежнему только два тавера убили комплексити. Not Today сейчас тоже забирает второй в миде. Если никто сюда срочно не прилетит, он реально сейчас упадет. Смотрите, 400. 350. 250. Иду за сплитшотом, быстро убивает крипов, и с иллюзиями Пугны, вот он лив, Медузе сбили линку, вард тут Пугны стоит, Медуза идет до конца, дает стонгейс, расстреливает людей и пытается забрать тавер. Есть ТП, Медуза зря, Медуза сейчас ошибается, Медуза ошибается очень сильно, но есть, нет свапа у Винги, ну и Медузу отдают. Я не понимаю, что это было сейчас. Ну вот что это было? Почему она здесь осталась? Дай стонгейс, просто возьми и уйди, отдай ты этот тавер. А минус доминейтинг, это не просто минус доминейтинг, это 1500 голды и 1800 экспы. И еще и тут, смотрите, Деспрофит, конечно, убили, Масоку тут должен погибать. Смеша приморозили, смеш, погоня за ним, там хороший разлом от Нихоука. Бласт, Нихоук, как дамажит Нихоук, смотрите, все спят, ну и Блади Найн едва живой сюда, просто бы какой-то метеор. Но, к сожалению, метеор не вкачан, да? Некро 2 появляется у Пугны.
16 на 9 счет. Инвокер решил пойти до конца. Ну, заставил вызвать Некроу. Смотрите, побежал. Побежал, реально, до конца. Этот смеш вообще никого не боится. Там что тут происходит? Там этот вард... Слушайте, Нехук тут умереть может с такими темпами. Еще и руну разбил Некрономиконом. Вот это жесткий. Ну, забил на него. Сейчас отдаст деньги Венге. Или отдаст Сарашану. Нет, ну не успел. 150 голды отдал. А, все-таки Венге. Кстати, Венге эти деньги очень-очень даже к месту. Так что... Тут все очень хорошо. Для Венги. И не до контроля. Немножечко у нас... Товарищ, напугни. Ну что ж, смеш на топе, очередной торнадо ЕМП, очень хороший, ну Винга себя подняла, а Зетфрик там вообще чуть не умер. С перепугу, 9 левел, да, Банша ты выйдела, у Банши, кстати, 14 левел, все просто отлично, и тавр на топе падает. Ну правда пока глиф, так, пошел Астрал, пошел Конкассив, ультимейт юзает Банша на случай, если будет пытаться ее убивать. Так, тут же Войд, едва живой, Войд прыгает, купол на Айво, свапнуть его некем. Айво, Мистик Флэр не туда. Айво дает Стоун Гейс. Проблемы огромные у Войда, его расстреливают. Войд в сайленсе, Войд пытается уйти. Войд, у него сейчас будет прыжок, в итоге растягивает неплохо в комплексе, но погибает у нас Банша. И вы знаете, тут Bloody Nine тоже сейчас, по-моему, получит очень-очень-очень серьезно по лицу. Нихоу убивает Пугну. Ну, пытается еще жить, но смеш, конечно же, не отпустит. Да, и это 3 в 1. Это 3 в 1, фраг забирает Скоросмак, не суть важно. У Медузы уже Яша. И Медуза скоро возьмет 15 левел. Медузы, Яша, Линка, Фейзы 1300, 11 тысяч Нетворса, 8 тысяч у Инвокера и 8 тысяч у Банши. Дальше 8 тысяч у нас у товарища Элдер Титана, который с Медасом уже купил себе ветра. Ой-ой-ой-ой. Ну, Зетфрик в миде встреет на ровном месте. Смэш, киллинг спри. Да, но Today и на этой карте играет намного-намного лучше. Ну что, Медуза. Продолжай. Мы верим в тебя, Дуза. Там инвиз тем временем у Банши, ой, извините, у Винги, говорят просто, да, с одинаковым акцентом Банша, Винга. Invisibility. Ой-о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 й. Ну, она сама себя спасает, конечно, тут торнадо еще залетит, Винга не сможет дэмэджа донести. Тут мы видим, смотрите, как Пугна своевременно переливает хп, и сейв Банши успешный. Но опять-таки, все эти лишние мувы происходят без участия Медузы. Как только появляется Медуза, драки идут сразу в одну сторону. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А тут же вот еще добро стоит, ждет Дузу. Еще и отличная позиция для фарма с плитшотом. Фармить это все, это просто рай. Ива почему-то решил уйти. А, ну тут можно мид пофармить. Двух некрономиконов. Опять-таки, почему бы и нет. Ну и вернуться, продолжить сплит... сплитшотом, сплитпушем, говорю, сплитшотом, конечно же, пушить вот этим вот нейтралом в лицо. Да, 3200 голды у Айво, и будет ли он добирать манту, либо, может быть, будет делать, да, мантастайл появляется у него. Сразу же еще и 400 голды сверху сейчас будет. 450 на топе. Зетфрик погибает от смеша. Ну, тут понятно, что смеш, конечно, через сайленс просто издевается над саппортами. 7-1-8 у него, смеш сегодня играет шикарно. Так же, как, собственно, и вся команда Not Today. То есть, каких-то претензий к ним вообще сейчас нет. Потому что действительно отыгрывает великолепно. Ну что, снизу. Нихоук на Элдер Титане. Ой-ой-ой, прыжочек, будет ли купол? Летит конкассив сразу же, и все, Фейсос Войда отгоняет отсюда, и тут, ну, смотрите, на развороте вообще Нихоук еще начинает пугать соперника, что я вот сейчас поубиваю, пошел светить своим астралом, знает, что происходит, и боятся, боятся комплекте, да и это понятно, они проигрывают 10 тысяч голды и 9 тысяч экспы, и Медуза идет сюда уже с 16 левелом, почти с 17, с максимальным сплитшотом, с мантой, 1000 голды и с... Линкенсфера, и это как-то слишком.
Так. Врыв. Сайленс на Беншу. Она себя поднимает под разлом. Залетает у нас очень-очень больно. Залетает товарищу Скоросмагу. Его разваливает. Но Дуза тоже умирает. Еще две тычки по Пугне, чтобы она умерла. Пугна должна догореть. Ай-яй-яй, Пугне остается 36 хп. Там есть байбек от Банши. Она бежит сюда. Винга едва живая. Остается здесь. Дуза без маны. Так, Нихок живой. Вингу убили. Мультикасты продолжают щелкать. Блади Найн тоже погибает. Дуза делает дабл. Ну, там даблкил сделал Блади Найн. Вы смотрите, кстати, Дуза тут остается почти одна. Так, Войд на нее. Тут торнадо. Ну и чем-то еще помочь на развороте Дуза. Какие все битые. Сайленс. Зетфрик. Один удар ему надо дать, чтобы он умер. Но удар дать нечем. И Айво сейчас погибнет. Айво включает моношилд на последнее. Ветра. Айво погибает. И тут отличная ЕМП. И это будет минус Банша. Шикарная драка получилась, вы знаете. Столько раз колы уходили на лоу хп, это, конечно, что-то. Ну что, продолжается лютейшая игра, действительно очень интересная, пока, конечно, все идет к тому, что выиграет эту игру, ой-ой-ой, Bloody Nine, ну, переживет, а вот Мистик Флэр уже нет. Так бы он еще держался, но Мистик Флэр, вы сами понимаете, эта штука такая, что особо тут не переживешь. Ну что, решили Рошанчика забрать парни из Not Today. В принципе, им вряд ли в этом кто-то помешает. Блин, ребята, я опять-таки извиняюсь за какой-то странный кашель. 3000 голды мы видим у Дузы. Не знаю, потерпели дальше? Слушайте, а сейчас будет драка. Сейчас будет драка, заходит Банша. Купол. Купол на смеша. Очень хорошо, его надо высвопнуть оттуда. И не могут ничего сделать. Смеш погибает. Байбек, надо лететь сюда. Тут залетел хороший разлом у Ива. Закончилась мана моментально. Рошана не добили. Винга тоже погибает. И это уже 0 в 2. Это отличная просто драка. Сейчас там еще Некран бегает. Просто под ультом Банши все очень хорошо зашло. Слип и ЕМП. Очень классно пробило ЕМП. У всех нет маны. Смеш БКБ. Но поздновато уже. Поздновато. Барт Пугни очень много дэмэджа наносит. Надо уходить отсюда. Ребята без Not Today, потому что они эту драку проиграют. И Рошана должны забирать комплексити. Ну вот, Баншу нахилила. Хотя, тут пошел у нас Эхо Стомп. Зетфрик в слипе. Дуза готова драться дальше. Монта сейчас откулдаунится. Опять стоит вард, надо его убить. Торнадо ЕМП потрачено. Вот он вард. Он должен либо упасть, либо еще что-то. Ну и все-таки мы видим, морально так отдавили отсюда своих оппонентов перуанцы и продолжат сейчас забирать Рошана. Да, в комплексе уже его контестить не должны здесь. Абсолютно никак. Ну что, Масок у нас Скайросмаги. 6-6-6. Вот такой вот магический Скайросмаг Масок. 6-6-6. А, его на Медузе. Все, пошел со своей командой вперед. У него появился, кстати, Гилсон. Будет, понятное дело, делать баттерфляй. Чтобы быть еще более живучими, еще более дамажить.
как сплитшотом, так и с собой. Вот тут пока расстрел Т2 Тавара. Такой себе, то есть дэмэджа не особо много у Дузы. Пытается развести иллюзии. Вот иллюзии, кстати, вард убивать, это то, что надо. Ну и Незер вард разбил, Т2 Тавар забрал. Скайросмаг тычку дал, чудесно просто. Ну да, Дузе, в принципе, денег и так хватает. И что, слоу-граунд опять бить, правда нету манты. Линку сбили. Ну и Тавар проседает, 1300 хп. Ну и тут миссы пошли. Дуза пока готова танковать. Следующая пачка крипов сейчас будет. Дузы 1000 маны имеется. Тавар 1100 хп. Not today очень хотят зайти. Они понимают, что у них Аегис. Им очень хочется на этот самый Аегис врага развести. Хороший вард здесь такой непаленный ни разу. И полетел Игнайт, мы видим. Ой-ой-ой, сплитшот-то и от иллюзии опасный. Пошел Астрал Спирит. Медузу не приморозили. Есть Бласт. Медуза. Сбили линку. Можно подождать следующей пачки. Линка через 15 секунд будет. Заслипала Огрмага. Ну, мы видим, у Тавара пол хп уже нету. Огрмаг продолжает там срывать джекпоты. Мы слышим по звуку, да? Так, опять-таки торнадо. Очень неплохое ЕМП сбривает очень быстро у нас Джакира. Но вот очень много маны потратила у нас Медуза. Точнее, всю ману абсолютно потратила Медуза. И теперь нужно отбежать. Здесь, кстати, продолжается сплитпушит Бенши. И Бенша же прилетит уже с включенным ультимейтом. Так что надо к этому быть готовым. Айва понимает, что ему лучше всего разменять Аегис сейчас. И он его пытается разменять. Но разменит у него ни на что абсолютно. Он просто ни на что разменивает Аегис. Джакира мертвый, окей. Его убили без Айво. Заходит опять-таки Дуза. Т3 Тауэр продолжает падать. Банша все еще не летит. Войд побоялся идти. Отходит Медуза. Полетел Конкассив. Ну вот бесконтактный бой. Инвокер не особо... Ну неужели они уйдут? Неужели они уйдут, оставив Тауэр на 200 хп? Ну это такой фейл. Отдать Аегис. А потерять столько времени. Ой, какой же это фейл. Нельзя так ошибаться. Ну что, смеш Ива тут мы видим тем временем. Эндж там еще пофармили. У Ива должен быть уже баттерфляй. Да, вот он летит. У Смэша мы видим новую ничего. Ну блин, опять-таки игра удивительна тем, что Медуза у Not Today, и именно они уже минут 20 занимаются активными действиями на карте. Не их соперник, хотя им нечего париться, им можно было стоять и ждать. Но у Дузы на 7000 нетворца больше, чем у Банши. И Элдер Титан уже догоняет. У Элдер Титана, кстати, Кираса на подходе. Это, кстати, будет очень круто. Там пока Кирасой не пахнет, и вряд ли она появится в ближайшем будущем. Так что Кираса под Natural Order, это же вообще забей. Смэш. Ну и минус Z-Freak. Пока мы, смотрите, ну что, Z-Freak. Приморозил Смэша, ну а что ж так долго думает-то инвокер? И поднимает Огрмага, натворил кипишу, стянулся. Ой-ой-ой-ой-ой, Войд прожал БКБ. Войд просто прокликнул себе БКБ, ну... Где-то в лесу. С перепуга. Лимп решил, надо срочно кликнуть БКБшку. Ибо это нереально важно. Ну что, Айво. Тем временем Т2. Точно так же, как с Т3. Издалека, по чуть-чуть. Одну иллюзию сюда отвел. Есть глиф, вторая иллюзия пошла. Тоже стреляет с клиншотом. Ну вот, кстати, ой-ой-ой-ой, вы смотрите, напали на Смэша, у Смэша могут быть проблемы, Смэша надо свапнуть, Смэша свапает в самый последний момент, Смэш, БКБ, Смэш уходит, все-таки Медуза у нас дерется под всеми, кстати, Банша в самой горнило драки зашла, тут разлом очень хороший, Баншу надо расстрелять, да, Баншу расстреляли, но это размен 2 в 1 Баншу, и Тавр стоит. И опять-таки, колы подрались хорошо, несмотря на проигрыш 12 тысяч голды и 9 тысяч экспы, колы дерутся хорошо. Очень четко действует Банша.
Ну что же, смэш. 1800 голды, после БКБ ничего нового у него не появлялось. У Дузы, кстати, 2700. Халявный регенчик, можно никуда не бегать. Ну и Т2 товар на нижней линии. Последний оплот обороны, скажем так, до Т3 тогда дошли, а потом решили, что нет, наверное, надо сначала там поковырять Т2 товара и только тогда вернуться к Т3, но опять-таки, ну, почему бы нет, лишние деньги. Вот у Дузы 3200, я не знаю, что ей можно купить. Вот, подала крити, вот, подруга, подала крити, ты же так настреливаешь. Опять-таки, Т3 битый, но он заходит Айва на нижний. Есть Макропира, Макропира в крипов. Айва получает сайленс, отбегает отсюда. Полетел конкассив поменьше. Слип ни по кому. Ну и тут не дадут просто так зайти. Просто не дадут зайти ребята из кол. Они прекрасно знают, чем это закончится. Ну что, очередной Рошан, но это же еще не скоро. Аегис, ой, Аганим появляется, собственно, у Пугны. Вот это очень хорошо. ДД у Медузы, а почему бы не пойти по миду, да? Если у Медузы ДД. У Медузы огромнейший дэмэдж, и тут нужно идти по миду. Нужно всей командой идти по миду. И пытаться забрать бараки на мид-линии. Все-таки там нету глифа. Там нет глифа, и там у Тавра 200 хп. А у Медузы ДД. Это три выстрела. Вот, вот так вот, Медуза, не сбили пока Линкин сферу, Манту надо бы ее знуть, пытается забрать тавр, сбили Линку, стан. Ну, Медузу надо было свапнуть уже сразу, но мы видим, не решились. Дуза, вот она Манта, тут же теряет свои иллюзии, но тавр упал. Пошли Некра, пошли Некра, вот Некра надо иллюзиями убивать, Вард надо иллюзиями убирать, то есть тут много еще надо иллюзиями убивать. Не так все всегда просто. Ну и Рошана чекает смэш. Его нету. Сюда же бежит команда соперника. Думает, что пошли, но туда и на Рошана. Значит, у них, может быть, они знают, что там есть Рошан. Может быть, у них там какая-то иллюзия стоит и палит это дело. Но нет. Михоук уже с кирасой. И БКБ себе собирает. Очень запакованный получается Элдер Титан. Забрать со стэша. Красавчик забрал со стэша. Но Банша тем временем начал делать Тараску. Тут 1400. На что потратил деньги? Это будет Скади. Ой-ой-ой, Дузу сейчас могут принять. Есть сюда ТПС, били Линку, вот Нашива, Дуза, Стоунгейс. Заставляет ультовать Баншу. И вот теперь, стоит ли отдать тавер или стоит подраться? Ну, наверное, стоит отдать тавер, потому что драка за него на данный момент не особо бессмысленна. А тут появляется Скади. Но нет байбека. Нет байбека у Медузы. И ни в коем случае не стоит забывать про этот момент. Экстримчик 8. О боже, экстримчик, говорю, экстримчик мне правильно там пишет. Экстримчик 827, да, Медуза 827. Поздняя ночь уже начинает сказываться на Вилате. Но Тудей понимает, что надо идти по миду, потому что там голые бараки, снизу тавр битый, и надо заставлять делать ТП домой комплексе, учитывая, что у Банши нет экзорцизма. Это очень важный момент. И Медуза, тот ли барак? Нет, не тот барак начинает бить, но она считает, что она и так его убьет. Там есть глиф. И в итоге, ой-ой-ой, как Банши больно, как всем больно под эту Медузу-то подходить. Она должна вот так стоять на рендже и расстреливать. Пока сбили Линку. Опять-таки больно. Пошел ультимейт от Пугны. Маны на все время не хватит. И еще ультимейт от Пугны. И вы смотрите, понемножку-понемножку-то Айва все-таки расстреливает. Но вот барак упал. Барак упал. Второй барак тоже упадет. И на Айва не нападут. Сразу вниз надо перемещаться. Сразу же надо перемещаться вниз. Приморозили Айва. Тут ЕМП. Но у Айва очень много маны и хп здесь насосали. Ветра. Будет ли попытка поймать? Будет ли еще? Да, будет. Вот он купол. Будет ли свап? Вот он свапчик. Отлично. И теперь расстреливать нужно Вайда. Стоунгейс. Войд БКБ.
и пытает, но он даже Вингу не смог убить. Да, Вайда просто разорвала. Z-Freak тоже погибает. Ну, тут Банша поднялась, конечно, ветра. Огрмаг тоже у нас летает. Тут Баншу добили. Огрмаг тоже в таверну. И единственная в живых Пугна, которая на нижней линии тоже погибает. 2-0. На расстоянии одной карты. Команда Not Today, представляющая чудесную страну инков, страну Перу. Очень близки к тому, чтобы попасть на лан-финалы саммита. Ну что, рекламная пауза, мы скоро вернемся. We'll be right back.